Приветствую вас, друзья. Продолжаем Дэрил Уэлли, и я теперь опять в VR, но уже без веб-камеры, чтобы вы не видели мою жирненькую мордочку. Но, чтобы справедливости ради, скажу, нахера это вообще было сделано. Чтобы вы понимали, что происходит в реалии, что происходит в игре. Значит, сразу же несколько важных замечаний. Обратите внимание на эту гребаную сетку. Я перехватил сигнал со шлема, и теперь вы видите абсолютно все, что вижу я, с моей же... Ой, прости, лампа. С моей же частотой записи. Следовательно, если эта сетка будет появляться, просьба не бомбить, это моя безопасность. Вот. Значит, я пишу уже второй раз эту часть. Первый раз у меня крашнулась нахер игра, потому что альфа-версия, вся херня. Что я сделал тогда? Во-первых, я переместил свою задницу вот сюда, в Steel Mill. Именно здесь, вот даже не здесь, а чуть дальше, вот если по той ветке туда ехать, там будет, собственно, находиться мое депо, где я начинал свою игру, где я сдавал экзамен на дизель, и все в таком духе. Нахрена я сюда вернулся? У меня теперь есть лицензия на паровоз. Если мы посмотрим на мое благосостояние, вы увидите, что там осталось всего $1400. Я на самом деле выполнил еще два заказа. И да, я купил лицензию на паровоз. Я ее, правда, выкинул, но она работает. Теперь у нас есть вот такая прекрасная книга старая, которая расскажет нам, как заводить гребаный паровоз. И давайте уже приступим, потому что мне не терпится. Вперед! О, господи, что здесь происходит? Ты что, веревочка? Ладно. Ха-ха. Да, выглядит все, как сказать, очень интересно. И все такое здоровенное. Это вам не дизель, да. Так, давайте смотреть, значит. Что нам нужно первым делом сделать? Шаг первый. Убедитесь, что регулятор из Released взведен, типа. Вот он так, типа, взведен. Надеюсь, да. Дальше, откройте дверь печки. Открыли. Что-то там с углем вообще беда. А вот он где. Дальше. Возьмите лопату и запихните уголь вот в это вот отверстие. Это я могу. Так, я с правой буду, пожалуйста. Так, лопата. Ребята, если бы мне кто-нибудь сказал, что я в играх буду копать уголь, я бы не поверил. Давайте. Да ладно, ты еще и с физикой. Так, тогда подожди. Ну, я не знаю, эти два кирпича подойдут, чтобы завести пояс, нет? На, жри. Ну, жри уже. О, господи. Да, это будет не быстро. Только не падайте, ребята, не падайте. Так, короче, вы поняли, да, чем я сейчас буду заниматься? Я буду, сука, уголь накидывать в топку. Доктор и Марти одобряют. Да что ж ты, падла, смотрите, как интересно. Оно почему-то высыпается вниз туда. Да иди уже, там будет весело. Да, над этой механикой разработчикам реально стоит поработать. Ибо это пока что смотрится не очень хорошо. Так, попробуем вот так сделать. Да не падайте, тихо, спокойно. Настоящий было бы проще. Самое крутое, что уголь надо будет потом еще и в тендер насыпать. Кстати, кто-то говорил в комментариях, типа, а реализована ли здесь анимация загрузки? Да, реализована. О, я начинаю понимать. Не шатайся ты, падла, а. Слушайте, как будто у нее есть вес, серьезно. Давай. Вот эти кирпидоны тоже туда. Все туда нахрен. У меня уже есть база. Так. Простите, что насрал. Ну что ж поделаешь. Это мой паровоз. Сухеныч играет в X-Plane. Отлично, Сухеныч, хорошего тебе полета. Слушайте, а двумя руками лучше. Во, она работает по две руки. Я только что это понял. Если бы вы меня сейчас видели, твою мать, вот для чего нужна вебка. Давай. Да я гребаный этот самый. Как это... Давай. Ну, короче, будем считать, что я закончил, да? Ну, полежи здесь. Нет, давай все-таки мы тебя уберем. Фу. Ну, малость даже устал я что-то. Так, откроем книжечку. Уголь запихнули. Теперь, собственно, возьмите зажигалку и
и что, и кинуть ее туда. Потрясающе. Это я могу, это я могу. У-у-у. О, черт, не долетело. О, черт. Давай. Срань господня. Закройте это дерьмо. Вы чертовски правы. Ребята, я что-то завел. Шаг шестой. Вот эту хрень надо что-то с ней сделать. Добавьте воды в бойлер, используя инжектор. Кажется, что-то течет там. Ну, типа, а ее надо добавить и потом закрыть? Или пусть льется? Закройте инжектор, когда водяной... А где этот самый? Датчик давления воды. А, вижу. Ну-ка посмотрим. Типа заполнено. Закрыто. Потрясающе. Шаг восьмой. Steam давление пара. Наблюдайте, как генерируется давление пара. Так, смотрите, у нас уже 6 атмосфер, да? Это ж манометр? А, да ну да, баров. 6 бар. Да, турбинки такое не надуют. Дальше. Покрутите это дерьмо. Что это такое? Топ пауэр, топ спид. О, как интересно. Это, короче, типа наша коробка передач, я понял. И шаг 10 уже можно газку поддать. А, это тормоз. Черт. Это будет интересно. Охренеть, вы видели, он двинулся. Тормозюха. Это, я так понимаю, оно. Ну-ка. Охренеть, вот это ты валишь. Слушайте, это прикольно. Ладно, шаг 11. Нажмите регулятор вперед. А, это он и есть, да? Поэтому я и поехал. Вот эту хрень, короче, крутим вперед, типа, чтобы, я так понимаю, мощность передавалась на колеса. А вот этой штукой уже газ регулировать. Офигенно! Да, это мой любимый поезд. Шаг 12. Для крутой скорости вы эту хрень выкрутите на середину. Ага. Она у меня сейчас на максимуме. Топ спид. Класс. Шаг 13. Если, короче, огня мало, добавьте угля. Ну, сейчас вроде у нас... Мы не взорвемся же, да? Скажите, что нет. 18 баров. Это хорошо или плохо? И как понять, хорошо ли там все горит? А, вот это температура, по-моему, да? Температура 100 градусов и потихоньку падает. Ладно, шаг 14. Регулятор. У меня только один вопрос, ребята. Как сдавать назад? Наверное, вот этой штукой. Давайте проверим. Допустим, если я сделаю так, и чуть-чуть тормоз уберем... Чуть-чуть вот эту штуку. Да, она едет назад. Он, паровоз. Потрясающе. Если нужно... Reduce регулятор Apple Sand. А это песок. Вот эта красная пупучка, это песок. Ясно. Температура. Следите за температурой, которая, кстати говоря, падает. О, господи. Или нет, она... Нет, она падает потихоньку. 200 градусов в топке. Так. Блоуэр. Хрен его знает, что это такое. Нам не пишут где, но какой-то кран можно повинтить, и это будет весело. Так, а это что такое? Драфт. Воздушная вентиляция. Добавляет типа огня. Это вот этот штырь. Сейчас, видите, температура падает. Если мы его... Что с ним можно делать-то? На самом деле, я с ним ничего... А, нет, подождите.
В общем, по-моему, ничего не изменилось. Ну, в общем-то, все, ребята. Я понял, как заводить паровоз. Я запомнил, я полностью готов. Очень классно. Смотрите, видите, там дымок, вся фигня. Давайте на улицу выйдем, посмотрим. Мой классный паровозик. Отдудеть как. Вот так. Это лучшая нахрен игра с VR. Вот серьезно. Короче, температура падает. Надо бы угля добавить. Здравствуйте. Охренительно. Просто офигенно. В жопу дизеля. На паровозах круче. Сейчас мы тебе... Черт подери. Сейчас я добавлю тебе угля. Что-то как-то не добавляется. Да, с углем реально какие-то баги. Непонятные. Что там по температуре? Что-то температура как-то не очень-то и возрастает. А вот пошла возрастать. И, по-моему, давление слишком высоко. Мы ж не взорвемся, да? Да, ребят, вы уж извиняйте, но это настолько классно. Охренеть. Иди-ка сюда, лопата, я тебя вот так поставлю. Будешь тут стоять и ездить со мной. Так, давайте доедем до конца пути. Или вообще выгоним его туда. Так-с. Черт, ощущение, что я сейчас из него выпаду. Назад. Гребаный паровоз. Охренеть ты быстрый, друг. Класс. Да, вот такие игры по мне. Что там у нас? Температура растет, давление воды просто сумасшедшее. И, честно говоря, я бы ее как-то стравил. Это вот что такое? Fire out. Выпустить огонь. А здесь что? Steam... Это что такое? Dump. Water dump. Водяная помпа? О, что? Я немножко слил воды, по-моему. И давление не изменилось. Так, ребята, кто шарит в паровозах, жду ваши предложения, как убавлять давление. Тормозим. Охренительно. Вы только посмотрите на это. Даже это комментировать очень сложно, понимаете, настолько все классно. В общем, ладно, пойдемте возьмем какое-нибудь задание интересное и попробуем его выполнить. Уж извиняйтесь, что видосик будет довольно долгий. Так, задача. Здравствуйте, задача. Что мы тут имеем? Iron ore mine. 11 тысяч, это мне нравится. Это у нас Steel Mill Good Factory Town. Карта. Я бы взял, на самом деле, что-нибудь на ферму, смотрите-ка. Есть что-нибудь на ферму? Steel Mill, Iron Ore, Coal Mine. О, Coal Mine. Мы там можем пополнить наш уголь, ребята. 43 минуты выполнения задания. Господи боже. О, это вот это. Это, да. Потрясающе. А как мне развернуть мой локомотив? Где, куда я смотрю сейчас? Я смотрю сейчас в ту сторону. Ну-ка, давайте выйдем. Мой паровоз смотрит мордой не туда, куда мне нужно. Если мы поедем... в Coal Mine, а я хочу туда поехать, потому что я хочу больше угля, мне нужно его как-то развернуть. Так, давайте прикинем, как это можно сделать.
где его можно развернуть. Поворотных кругов в игре нет. Я это пока сюда поставлю. Давайте немножко попутешествуем. Но там я не вижу ничего похожего. Здесь у нас отворотка на техничку. Да, вот здесь стоит наш дизель. И мы можем его, собственно, здесь ремонтировать. Смотрите, мы можем добавлять ему воды. Oil, sand, fuel. Все, короче, здесь. Tender water. О! И уголь здесь можно. Сюда можно, короче, подогнать будет мой паровоз, чисто теоретически. И его здесь заправить всем, чем только можно. Ясно. Но как его развернуть? У меня есть прекрасная вот такая книжка, которую мы сейчас немножко почитаем. Это не то, coal mine не то. Мы steel mill ищем. Steel mill ты где? Вот, steel mill. Ну, на самом деле я не вижу здесь ни одного варианта развернуться. На самом-то деле, прям вообще. Мне не развернуть мой гребаный локомотив. Следовательно, мы можем поехать с вами только в сторону... Вот Sawmill, по-моему, там было задание на Sawmill, но в Sawmill, и вот это, кстати, индикация показывает, что там есть. И там нет ни хрена для, в общем, там нет ни хрена для паровозов, понимаете? То есть нам надо либо куда-то будет заезжать, либо молиться, чтобы угля и воды хватило. Дизель-сервис. Здесь и дизель, и стим-сервис. А тут дальше по дороге только дизеля. Может, хватит, слушайте. Я просто не уверен, на самом деле. Но я бы сгонял туда. Развернуть поезд, кстати, знаете, как можно? А может, реально прокатить? Смотрите, здесь вот есть у нас круг. Forest Central. Поехали в Forest Central, а? Без состава. Мы там сможем развернуться. Где мой гребаный паровоз? Так, тихо, спокойно. Итак, да, мы направляемся туда, на Forest Central. И на Forest Central мы развернемся. То есть нам сейчас прямо, потом направо. Черт, жалко, тут нет столика, чтобы положить карту. Потому что, ну куда ее деть, твою мать? А я знаю, куда ее деть. Вы понимаете, да? Опачки. Черт, не долетело. Ну ладно, что там по температуре? Температура в жопе. Да, печалька. Ну что, ребята, готовы к путешествию? Я тоже нет. Эти, я успею. Твою мать. Потеряли немного. Вопрос только, куда я подъеду? Там, по-моему, тупик был, да? Черт подери. Температура, кстати, не растет, когда я еду. Давайте посмотрим, куда меня выведет нелегкая. Это налево, налево. А, ну мы проедем, все нормально, можно продолжать. Ща я только угля добавлю. Пусть пока катится. Охренительно. Все, поехали, а мы займемся углем. Воу, опасное говно. А на ходу это вообще можно делать? Будем надеяться, что да. Слышь, вагон, дай мне угля. Вагон не дает мне угля, походу надо встать, ребята. Ну потому что, смотрите, мы уже сейчас потухнем. Это не круто. Надо больше угля. И давление воды падает. Потому что воды мало. Так. Обалденно. Давайте пробовать накидывать гребаного угля. Во, заработало, ребята. Заработало. Температура-то растет.
Я вот думаю, не стоит, наверное, упарываться-то по углю, потому что... Ну, потому что быстрее, больше температура, больше расход воды, да? Фух, хватит. В жопу эту лопату. Потрясающая игра. Так, закрываем нахрен духовку. Ну и поехали. О, господи. Стул, иди в жопу, мне и так стрёмно. Шикарно. Да. Вот, ребята, это одна, наверное, из тех игр, ради которых реально стоит покупать VR. Сейчас мы выйдем на большую прямую, и это будет очень круто. Нам, кстати, направо. Где гребаный этот? Направо успел. Ух. Да, знаете, обзор в этом поезде просто дико неудобный. Но мне все равно очень нравится. И дальше опять направо на стрелках. Черт, я прямо чувствую себя, как будто в фильме «Назад в будущее» в третьей части. До 88 разгонимся, и будет все у нас огонь. Делориана только не хватает там впереди. По-моему, мы с горки катимся, да? Просто охренительно. Дико стрёмно, но офигенно. Да, я смотрю, скорость-то у нас прям хорошая. На дизеле скорость вообще не чувствуется, а на этой дуре офигенно. Прямо мост через Волгу. Так, там направо, надо бы гаситься потихонечку. А то сейчас как уедем не туда, будет прикол. Да, вот стрелочка уже там. Давайте остановимся. Класс. Ну вот это просто тема. Знаете, кстати, что я сделал? Тупую ошибку я допустил. Стоять. Я допустил ошибку. У меня же был дизель, и я мог бы взять с собой дизель, цепануть дизель третьим вагоном вот сюда. И это был бы мой... как это? Моя подушка безопасности это была бы. Смотрите, как я четко встал, а? Нам направо. Так... Давайте пока не поедем, пройдемся и посмотрим, куда мы в итоге идем. Карта, привет. Ты не карта, вот карта. Так, привет, карта. Итак, мы едем направо. Дальше мы едем опять направо. Там вроде стрелок-то особо нет. А, ну нам еще прилично пилить. В общем, можно даже не проходиться. Вперед, ребята, в паровоз. Да. А смотрите, давление тратится, когда мы газуем. Класс. И там дальше горка, по-моему, да. Не видно ни черта. Хоть вентилятор ставь, чтобы было просто лучшее погружение в мире. Офигенно. Я думаю, надо подбавить газку. У нас еще температура падает. Но на движение я не буду ничего закидывать в топку, потому что дико неудобно и не круто.
Так, разработчики, срочно добавляйте мне новые локомотивы. Электрические, что угодно. Делайте, это просто лучшая нахрен игра про железную дорогу. И, кстати... Видите тот дизелек? Я думаю, что мы его с вами заберем, когда поедем на обратном пути. Да, мы его точно заберем, я, по-моему, останавливаюсь. Вы что, ребята, газ в пол? Угля мало. А я могу на поезд выйти? О, господи, ну это просто все. И вот так вот они перебирались вот здесь. Вон туда, на нос состава паровоза. Так, можете считать это рекламой, но идите и покупайте VR, вы должны это попробовать. Я вам серьезно говорю, прям без шуток. По-моему, там резкий довольно поворот. Блин, опять гора. Эта температура-то уже говно. Вот это плохой звук. Чуть с рельс нахрен не сошел. Да, все плохо. Топка почти потухла. Вообще еле идет. Надо было... Теперь, короче, знаете что? Я потратил... Что за звук сейчас был? Вы это слышали? Как будто будильник прозвенел. Надеюсь, это хороший знак. В общем, короче, смотрите, ребята. Я потратил... Почти все мои деньги. И для того, чтобы получить задачи на огромные составы, нам нужно 8 тысяч долларов. То есть у меня сейчас 1400, нам надо где-то будет еще заработать 1007-8, и можно будет возить огромные составы крутые. И мы останавливаемся. Твою мать. Ну что, лопату в зубы и вперед. Что я могу сказать? О, черт, гребаная лопата. Тихо ты. Классно, что здесь все объекты физические. Вот это мне прям очень нравится. Подождите, а мы что, катимся, что ли? Такое ощущение, что мы катимся. Надо дождаться давления, я понял. Но чтобы увеличить давление, нам нужно больше гребного угля. Есть некоторая забагованность в этой процедуре, что очень бесит порой. Ну что ж поделаешь, что там по температуре, давление вообще в говно. Надо больше угля. Дайте мне мультиплеер, чтобы второй был кочегаром. Все, хватит нахрен с меня. Ну что там по давлению, 3 бара уже. Отлично, вода начала кончаться. Добавим немножко ее. Все, хватит с тебя. Ну что, погнали? 6 бар. Температура отличная, можно ехать. Да закройся ты уже нахрен, преисподняя. Обалденно. Карта, привет. Рассказывай. Да, нам пердеть и пердеть еще, ребята. До разворота. Поработал я сегодня на славу. Устал так, как никогда не уставал. Наверное, не стоит так сильно разгоняться, да?
Нет слов, одни эмоции, ребят. О, чуть не упал. И в комнате чуть не упал. Гребаный VR, что ты делаешь со мной? Так, хорошо, идем, я вам скажу. Почти тридцаточку жмем. Вроде бы резких поворотов нет. Да, здесь можно слететь с гребаного полотна. Вот, кстати, дальше мы можем так сделать, серьезно. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы сейчас... Солнышко вышло, что ли? И правда. Тени, видите, все физические тени. Обожаю это говно. Так, доезжаем, значит, до резких поворотов. Скорость, кстати, что-то велика. И потом направо делаем круг и возвращаемся. Но мы, скорее всего, ребята, с вами закончим на Forest Central. Я там развернусь и посмотрим, как пойдут дела. Вода? Топка? Слыхали будильник? Так, я где-то видел стрелку. Или мне показалось, у меня уже глюки. Ну да, рановато ее видеть-то на самом деле. Смотрите, какие повороты сумасшедшие. Здесь реально можно с рельс сойти просто изи. Вода кончается. Надо бы воды добавить. А вон и стрелочки пошли. Все, закрыл. Закрыл я. Ага. И нам направо, собственно. Так. Целься. Нам направо, да. Отлично. Эта штука полежит здесь. Не-не-не-не-не, не тормози. Вперед, вперед. Сейчас будет опять спуск, опять подразгонимся. Потрясающий вид, ребят. Я боюсь до чертей поломать этот поезд, локомотив, паровоз. Сыкотно, просто трэш. Сухеныч, хорошего тебе полета еще раз. И что мы там имеем? Там еще дизелек. А вот мы отсюда, ребята, дизелек-то и заберем. Может, даже и заданица какой-нибудь подвалит. Или даже мы, наверное, сейчас здесь встанем. Да, мы сейчас на главном пути остановимся. И на этом, наверное, закончим, потому что в следующей части нас ждут большие приключения. Черт, какая же охренительная... А вот знаете, кстати, что? Приключения-то нас ждут, но у меня может паровоз не сохраниться, потому что в игре очень-очень странная вот эта вот система сохранения. Очень странная система. Так, ладно, глушимся. Обалденно. Я даже не знаю, что сказать. Ну, на самом деле, это очень круто. Прям очень. Я могу забраться на тендер. Вопрос... Так, это лесенка. А что здесь? Я, конечно, попробую. Срань. Это вода. Да откройся ты, говно ты сраное. Не открывается, можно только приоткрыть вот так и посмотреть. Ну типа воды у нас еще навалом, угля у нас еще навалом. Можно будет ездить, главное, чтобы этот паровоз сраный отсюда не исчез. И что-то мне подсказывает, что он отсюда исчезнет. В общем, друзья, надеюсь, вам было интересно. Вот такое у нас было маленькое путешествие. Если хотите больше Derail Valley, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а на этом у меня пока что все. Это было офигенно. Спасибо за внимание и увидимся в новых видосах.